ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Окей. Подружки все-таки. Да, подружки. У меня девочка, нифига девочка. Можем две сестрички. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня экстренная, неожиданная, просто палящая попку покупка голландской, потому что мы поехали с дорогими и любимыми соклубниками посмотреть голландскую породу. Как итог, эти двое купили себе голландских. Перед моим носом, опустошив даже некоторые свои кошельки в ноль. Да-да. А я до сих пор не знаю, какую масть себе взять. На секундочку, это у меня уже четвертая голландская. Боже мой, вы уже там четвертых, третьих покупаете. Я еще не могу решиться на покупку первого. Давай, решайся. Давай, решайся. Мы с тобой, мы рядом. Мы тут тебя дразним. Боже ты мой. Да я уже на этой голландской накаталась на доп-аккаунте, если честно. Так, ну на доп-аккаунте у меня вот это, как бы караковый. Потом, как вариант, гнедой. Вот гнедой и караковый — это те две масти, которые мне все говорят, что вот кого-то из этих. И есть еще серый, который вообще, по-моему, проигрывает всем и во всем. И я думаю, кого сегодня взять, потому что... Меня уже все окружили вообще, этой голландской. Как человек, у которого есть и светло-серая, и родная, и светло-гнедая, я не знаю, как она правильно называется, вот рыжая приобрелась. Я могу сказать, что они, в принципе, все выглядят шикарно, даже вот топ, что не говорил, но светло-серая, особенно с короткой стриженной гривой, она вообще идеально выглядит, как для меня. Но я, если буду покупать... Так, ладно, я выхожу, я больше не соблазняюсь. А ты, блин, в магазине сидела. Я, если буду покупать, то шишками сразу. Ну, вот и смотри, какая тебе лучше нравится с шишками. Все. Все три. Да, они все выглядят шикарно. Даже рыжий. Ну, ладно. На еще одном доп. Аккаунте у меня вот этот, скажем так, шоколадный. Это бурый, мне кажется, его бурый. Ну, наверное, называют. Бурый, но я его точно не хочу, то есть мне он не интересен. Вороной мне не интересен, Изабелловый мне не интересен. То есть вот мне интересны только вот эти трое. Смотри, рыжий и гнедой, и у тебя переносы теперь. Ты можешь выбрать, посмотреть, как вот... Они будут смотреться. Я могу, конечно, съездить, взять амуницию какую-нибудь, если ты хотела амуницию посмотреть, и как бы примерить. Помоги себе кто-нибудь. Блин. Мне не сложно. Да нет, сейчас уж как-нибудь решу. Я, в принципе, тоже. Давайте так, давайте лучше я смотрюсь на конюшню, посмотрю, каких мастей у меня меньше, потому что вот это вот очень важно. Я вначале хотела просто купить серого в яблоко, но потом я вспомнила, подожди, что у меня серый в яблоко, вот я купила себе Шайра, у меня серый в яблоко спортивный, скажем так, лайтуша бельгиец, и у меня, по сути, ну... Серый в яблоко же еще и липицан. Что, ты еще одного купила? Еще одного купила. Да твою ж, на какие шиши? Это серого. Валера, ну зачем? Так не я, это Марк купила. Да твою ж, ну Марк. Вот оста-
оставляй их! Уходите, уходите! Валите отсюда! Уйдите от коней! Пошли, все, пошли, пошли! Она сейчас еще одного купит, и у нее вся порода будет. Все, погнали на ферму! У меня еще один остался, у меня остался караковый и гнедой. Я тебе сейчас скажу. О, пошли! Хватит! Все, на ферму! Надо! Я себе подарочек на новый. Куда ты-то пахнулась, мать? Я сейчас должна меня написать, я не помню, как рыжу зовут. Чья? Все, мы ее потеряли, все понятно. Ой, я хочу положить деньги, твою надела. Ой, мам. Так, Даша, я из Сивокс приехала. Так, я посмотрела свою конюшню, я сейчас в хозяйстве Серебряной Поляны, за мной не ходить. За мной не ходить. Особенно мне. Почему? Почему нельзя ходить? Потому что мы уже видели, чем это кончилось. Это можно. Мне не на что больше покупать, я на последних купила. А, ну тебе туда. Марк, нельзя, нельзя, не подходи туда. Запретите ей доступ. Срочно. Запретите. А кто-нибудь помнит, кстати, какие масти у наших ребят? Кто покупал их? Ну, кроме тех, кто скупил почти всех. У нас кто? Аня скупила, Муха скупила. А кто это еще у нас покупал их? Шер. А у Шер какие? Да, у Шер надо. Тоже все, что ли? Блин, вроде да. У нее все 6 штук, я помню, она говорила. Да, 6. Плюс там одна дартмундская сайта. А их 7. Значит, не все. Так сколько, по-твоему? Их 7. Ну ладно. Голландских 7. Ой. Я не смогла спокойно на нем сидеть, поэтому я надела на него амуницию. Так, я решила, кого буду брать. Я еду. Ну? А я не скажу, вы увидите. Да я приеду хотя бы сначала. Хорошо, я жду тебя. Приехала я, вот она я. Вот она. Так, чтобы не было соблазна, как бы... Тут ты видишь те пару масти, которые я думала, но я нажму на вот эту, чтобы вообще там неизвестность была полная. Ладно. Марк, иди сюда. Нет, нет. Вот когда она будет, тогда подойду. Вот когда она купит, тогда подойду. Иначе я еще кого-нибудь куплю. Рыжая избранница, что. Да ёшки, сейчас... А я не знаю, как назвать. Ну это смотри, это девочка или мальчик? Это жеребец, но я всегда плюю на окончание, потому что тут их нет. Ну вот я тоже наплевала на окончание буйной ауры. Даже у меня это буйная аура. Да, ведь буйная, а не бурая. Буйная, да. Ох, ё-моё. Это сложно. Я почему? Она берет рыжего. Я же сказала, я буду нажимать туда, чтобы не было соблазна какого-то показать, какого я беру. А, то есть там может быть даже тот, про которых ты говорила, да? Да. Ясно. Нет, там будет, один из тех, про которых я говорила. А-а-а! Что, я хотела купить? Зная тебя, что ты не будешь вторую подряд серого яблока покупать, потому что ты недавно покупала серого яблока Шайра, плюс Тляпер Шерон там... Финская, Тинкер, плюс бельгиец. Мне кажется, у тебя и так их много, поэтому ты либо возьмешь гнедого, либо каракового. И то караковых у тебя тоже, мне кажется, мало.
Чисто мои предположения. Я решила ни на ком из них не приезжать. Так, я отсюда. Подальше. Я уже сама себя, чтобы не соблазнять, знаете. Ну, конечно, там почищу, не знаю. Что-нибудь поделаю. Я с тобой закопаю. Ёлки, мне не нравится на русском, я перезайду на английский. Давай. Все, имя готово, выбрано, это будет взрослый жеребец. Супер. Инициалы его имени Диди. Ди сказала, уйди отсюда. Иди отсюда. Я даже не подъезжаю. У меня лаз. Так, все, покупаем, покупаем. Да. Мы ждем тут, давай. По факту, блин, блин, ладно, он крутой, он очень крутой, я его отправляю на конюшню, я так не люблю садиться сразу. Слава тебе, господи. Все, я купила! Поехали. Ферму так, Сива, пеш... Нам на ферму Сива. Марк, пешочком, мы пешочком! Гая, ты... Ладно. Пешочком, так пешочка. Я с вами. Супер. Гоняй. Гони, рапира, гони! Она и так быстрее всех бежит. Ей уже хочется на нового друга посмотреть. Он ей понравится. Ну, Арси тоже, но такая пассивная немножечко. Что это за полет валькирии? Ну, предположение, кто это? А почему ты думаешь, что это либо Клинос, как вы? Не знаю. Я пока что еще не знаю. Мне кажется, она взяла карту. Знаешь, типа мы с тобой взяли рыжего, ты там взяла рыжего, светло-серого, а я взяла этого, гнедого. И она такая, а я для Розового возьму. Ну подожди, она взяла серого, она взяла-то серого, но я его не видела, то есть я только о нем слышала. Да. Ну понятно, короче, ладно, понятно, все с вами понятно, девочки. А где вы? Я уже в конюшне. Я еще скачу, я 6 уровня. Я только сегодня взяла себя прокачивать, так что... Так, простите, конечно. Вон какого нетерпения, аж радость не стала. Где? А где? А где он? А как зовут ты его, хотя бы скажи? Нашла! Его зовут Danger Dark. Danger Dark? Тёмный. В Караково, я тебе отвечаю, блин. Danger Dark. А мы с вороной. Или гнедой? Да нет, но гнедой не такой темный. Самый так, темный это. Приглашение в конюшню. Сейчас я через лет буду телепортироваться. Да я быстрее телепортирую. Здравствуйте. Здравствуйте. Где чё? Где? О, ну. Ищи его. Где он? Вон он. Он, не он. Нет, это легенда. Погоди. Где? Это Лайтуша. Это... Чё? Ёперный театр. Сложно. Очень сложно. Марк, найдёшь, не говори мне ничего. А, я знаю, где он. Она соврала, она купила светло-серого яблока. Вот она. Да? Оно? Нет, это Липициан. Да, это Лип, ты что? Валер, ты слепой. Вот оно. Я же говорила, а я говорила, что она Каракова кушает. А я говорила! Причем такая деловая, добежала до Пасофина, посмотрела на Фриза, а назад даже не обернулась. Я думала, тут стоит кто-то другой.
Ну, не думала, что... Ой, у меня забагалось, он двоится. Да, у меня то же самое. Ну, это ССО, это нормально. Это не нормально, это, но да, это ССО. Я была одной лошади. Это Змей Горыныч. Ну, да. Да-да-да. Сейчас, я ему сразу этот, как его... как бы, не до уздок хочу купить, если найду сейчас какой-нибудь. А там они почти сразу эти не до уздки. Так нет, я иногда и покупаю не те, что сразу, а те, что еще ниже. У нас же не до уздков несколько серий выпусков уже было. Только попробуй их теперь найди среди всей этой кучи. Ну ты выбери уздечки и цвет, типа какой тебе больше нравится, там поищи недоустки. Ну, наверное, я не знаю. Я не знаю. Я на рапиру специально купила черное, потому что у меня на конюшне у нее черная недоуздок. Прям точь-точь. Нет, я тоже хочу черный недоуздок, но я вначале думала над черным недоуздком с вот этими золотыми эмблемами, но он такой более все-таки вестернский, в моем понимании. Да, да. Купи веревочный. А, кстати, у меня был веревочный. Как... Во, у меня есть веревочный черный. Ну. А, и у меня есть еще вот такой вот. Ну, вот этот более благороднее выглядит. Слышно эту породу? Да, даже покупать не надо. Я даже не помню, почему он у меня здесь лежит. Может, это какой-то лошади? Да, это, наверное, с Шайры, но Шайра у меня пока в амуниции. А ставь на Шайру, если поменять на Шайру вот эту веревочку. Ну да, наверное, Шайра. Да. Так, сейчас буду при полном параде. Главное, не как мой персонаж, который Дебора. Неожиданно начался глобал. Да? Прям так неожиданно? Да, прям очень неожиданно. Одно сообщение в глобале. Еще руку. Я вдруг резко забыла, где у меня какие брюки. Валера, ты куда? Меня старцейбл выкинул, зараза такая. Причем опять... Кошмар. Ошибка сети. Посмотрим. Ну, как всегда. Детки, молимся на то, чтобы запустило. Угу. Так, подожди, тебя опять в шкафу выкинуло? Да. Так, это уже не смешно, это уже страшно. Да, это уже страшно. Си. Сейчас посмотрим. Мне, кстати, так раз... Ой-ой-ой, залагала, запукала. Сейчас. А я забыла, как называется сет, который последний новый, не помните? А, нашла. Галактический, или чего-то там. Да, Galactic Glamorous English Bridal. Все, я готова. Подождите меня! Заходит. Если зайдет. Ну, нам, в принципе-то, все равно нужно будет выйти из конюшни. Ты своей конюшне появишься. У своей конюшни появишься. Я зашла. Кстати, переехала из Вейдом. Че? Ты в Эдоле же до сих пор живешь. Да, но я не в Эдоле, я тут на ферме Стива. А, ну вот, ну ах, вот. Отлично. А я вот на своей конюшне сейчас приеду. Ну, ляски какой, ну ты глянь, ну вообще, ну красота. Это пойдем в бочку пойдем. Посмотришь, оценишь, скажешь ведь. Как оно? В бочку это... Это круглый загон... Это круглый загонщик, который на ферме Стива. Ну как, стой. Рапира, блин. Я думаю, ты мне сказала, стой. Нет. Да чтобы слезть ее так посмотреть. Ну, ляски. Ну, красота. Директорский конь. Да. Ну, слушай, блин, ну реально красиво. У них рысь красивая, мне вот...
Да, и в принципе, и особые их движения. Жалко, что он только на седьмом разблокируется. Да, неудобно они это, конечно, сделали, но это мотивация для прокачки. Прокачки. Не, ну красавчик, красавчик, конечно. Ой, ой, ой. Все. Все, просто уломали, просто сделали все, чтобы я его купила именно сегодня. Просто купили коней, Даша не может не купить. С вами опасно ходить к коням. Я, блин, я никогда не научусь этой ошибке. Что если не хочешь тратить СК, не хочешь покупать, а хочешь посмотреть, блин, не зови их, не зови. Ты же купишь кого-нибудь в этот вечер, обязательно. Не особенно звать их нельзя на просмотр коней, которые стоят именно непосредственно на продаже, потому что я точно кого-нибудь куплю. Ага, я уж поняла, спасибо. Даш, ты должна была учиться именно тогда, когда мы ходили покупать мне рапиру, что все купили лошадь себе там, все. Ты, Марвари, остальные тоже. Ну да, ну купила я. Ну, понимаешь, я купила Марвари, как бы, но я не записывала, потому что, ну, блин, это такая была клубная совместная покупка разных коней, а тут как бы голландец, и не записать, это было бы нехорошо. Так что, да, вот так вот, ребята. Соклубники сделали все, чтобы я купила этого коня, так что у нас на конюшне пополнение. Дарк, Danger Dark, конь, такой серьезный директорский конь. Которого теперь нужно будет качать до окончания зимы. Ну, на самом деле, зимой это быстрее. Там целых 4 гонки, где дает по 300 опыта. Так что... Да, 5 гонок по 300 опыта. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Были ли у вас такие вот покупочки совместно с вашими друзьями, с соклубниками, которые вот так вот все тут вот так вот все складывалось. Ну и, конечно же, расскажите историю своей покупки своих голландских и сколько их у вас на данный момент в конюшне. Так что всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Ой, ну вот что с вами сделаешь, а? Погиби, погиби. Плюс еще одно видео. Я дождусь. Да. Я дождусь. И мы в нем поучаствовали. Это первое видео. Знаешь, момент с нашей ржачкой просто лучший момент, поэтому не смей его вырезать.